Всем привет! Хочу сегодня оставить отзыв о подгузниках компании Faberlic. Вот так выглядит упаковочка. Компактная, очень удобная. В ней находится 70 штук. Что нам понравилось в этих памперсах? Действительно кожа в них дышит. Надежно защищают от протеканий. Они очень тоненькие. Здесь вот на обороте указаны все достоинства этого памперса. Я вам сейчас покажу на самом памперсе все эти достоинства. Так, ну вот смотрите, вот так выглядит сам памперс. Вот такой он тоненький, тонюсенький вообще. Здесь находится впереди вот эта вот лента клейкая, куда липучечки липучечки наклеиваются. И вот так выглядит памперс внутри. Вот так. Сейчас. Вот так. Что мне нравится, целлюлоза материал, то есть кожа ребенка дышит, не потеет и нет опрелости. Когда мы его снимаем, и вот это, кстати, есть индикатор, когда мы его снимаем, то есть я смотрю, что кожа у ребенка не красная, не покрасневшая, нет опрелости, то есть не влажная. Все реально впитывает вот этот зеленый элемент. И что мне очень нравится, что они не свисают, когда он наполняется и полный уже, то есть ребенок в нем себя комфортно чувствует. То есть он не свисает у него до колен, между ножек не болтается. Он вот четко, как мы его одели, так мы его и сняли в том же положении. Вот это мне очень нравится. Он не сползает с ребенка, даже если он активно себя ведет в течение этого времени, когда в памперсе. То есть только положительный отзыв. Индикатор очень хорошо помогает определить, когда пора снимать памперс. Так что приобретайте.